Наследие Абая – часть сокровищницы мировой культуры. Его сборник должен стать настольной книгой каждого современного человека. Так считает депутат Мангистауского областного маслихата Абат Урисбаев. В честь 175-летия поэта предприниматель выпустил календарь с высказываниями гения казахской литературы. Мужчина уверен, мудрость, заложенная в словах назидания, может стать крепкой основой для стабильного будущего любого человека. Книга слов назидания Абая лежит на моем столе. Я заглядываю в нее ежедневно и каждый раз нахожу что-то новое. Строчки, написанные великим мыслителем, применимы как в работе, так и в быту. В коллективе, если возникает спорная ситуация, я цитирую слова Абая, и сразу все становится на свои места. Я согласен с мнением, что члены правительства, сотрудники министерств и акимы должны учитывать предложения и пожелания граждан при принятии решений по государственным и общественно значимым вопросам. Я считаю, что это является предпосылкой для формирования справедливого общества, о котором говорил Абай. Опять же, те принципы, которых мы ждали с момента обретения независимости.